Скажи привет, привет! 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 We're going to play my rowing and rabbits. We're going to race a children train. Да. Что Анастасия хочет сказать? Только она говорит это по-английски. Она у нас смешает все языки вместе, потому что у нас мультинациональная семья. Она хочет сказать, что она будет играть сегодня своим новым набором с серии Sullivan's Family, который представляет себе набор девочки кролика, который будет играть с такой маленькой, да, скрипкой, вайолин, как она говорит по-английски. Как вы можете себе видеть, здесь маленький кролик в концертном красивом костюме, в красивом платьечке, да. Здесь находится маленькая скрипка, и здесь смычок для скрипки, здесь футляр маленький, да. Также Анастасия поиграет за своей палаточки из серии кампинг сет. Seaside Camping Set. Также она имеет такую машинку тоже Sullivan's Family серии. И там много разных кроликов внутри. Здесь у нас находится Bakery, Brick Oven Bakery, тоже с той же серии Sullivan's Family. Там, как видите, Brick Oven, то есть такой кирпичный плитка, да. Здесь у нас находятся разные выпечки внутри. Здесь у нас находится столик. Здесь у нас такой, как троллей. Конечно, там не двигаются колесики. Такая повозка для разных выпечек. Тут у нас такой хлеб в форме домика. И какие-то багетки. Это у нас отпал огонь с гриля, с Seaside Camping Set. Мы потом это все сложим, потому что Анастасия постоянно играет, постоянно все переставляет. Ну и сейчас будем открывать нашу скрипку. Анастасия, хочешь открыть? Так открывай. Да? Открывай эту скрипочку. Да, так всегда это происходит. Мама должна все поднимать с пола, потому что у нас тази все упало. Но и что внутри? Этот кролик, мы его вымем сейчас. Там он какими-то резиночками прикручен. У Анастасии уже забрала этот кролик. Здесь у нас скрипочки. Настя, покажешь свою скрипочку? Откроешь, покажешь? Почему нам очень нравится Sullivan's Family игрушки? Потому что они имеют очень маленькие и очень детальные разные аксессуары, элементы. И там, если, например, я сейчас вам покажу. Если, например, какой-то бутербродик, так он очень-очень детально, красиво сделан в каждой мельчайшей подробности. Тут у нас поднос с пикник к едой, да, для пикника. Это было в составе с машинкой, когда мы покупали. Здесь я вам покажу. Это тоже от машинки. Такой столик раскладной для пикника, да? Тут ножки такие высунные. Можно поставить его так. Итак, хороший столик себе. Снова же, когда они уже поиграли в пикник, деточки, мы можем сложить эти ножки, снова они на плоско сложены, и вложить ее
внутрь машинки. Да, так у нас сложилось. Ну, в принципе, так, да, получилось, вложилось. Да, и сейчас Анастасия, вижу, имеет проблему с открытием этого всего, но она никогда не унывает, всегда все достанет, даже если очень тяжело. Ну, тем временем мы можем поговорить о этом сайт, Seaside Camping Set. В его составе были такие маленькие тарелочки, очень такие миленькие маленькие тарелочки. Дальше еще входила такая доска, чтобы что-то там резать, да. Тут у нас где-то был нож. Надо найти этот нож, где он. О, Анастасия выбросила к нам. Да. Этот футлярик. Это футлярик для скрипки. Сейчас я открою его. О, видите? Такой красивый, очень тоже в деталях сделанный футлярик для скрипки. Прям как настоящий. Анастасия имеет свою маленькую скрипочку. Она понемножку учится играть на ней. Ну, я решила, что такую тоже игрушечную было бы хорошо иметь, чтобы ее как бы воодушевлить к науке. Я в свое время, когда была маленькой девочкой, тоже 7 лет училась игре на скрипке. И считаю, что это очень даже хорошее для развития занятие. Там уже, конечно, все зависит от того, имеет ли ребенок способности, на что мы, как говорится, не имеем никакого влияния, как говорится, природа дала или нет. Но, в принципе, для общего развития хорошо попробовать. Но и Анастасия у нас где-то уже выбросила все. Сейчас мы найдем, где же эта скрипочка бедная валяется. Да. Хорошо. Да, это футлярик. Где же наша скрипочка? Скрипочка. Видите? Скрипочка здесь. Но поставим здесь, так хорошо смотрится, конечно же. Но и сейчас еще смычок надо найти. Где наша Анастасия поставила смычок? Где-то выбросила, как всегда. Смычок. Да, смычок. Смычок. Окей. Еще такая деталька, мне кажется, чтобы прикреплять куколку к скрипке. Да. Анастасия, скажи мне, пожалуйста, где ты выбросила смычок? Да, у нас всегда все, как говорится, не по плану. Одно планируем, другое получится. Она все красиво разбрасывает. О, Анастасия... Не, это скрипка только. Сейчас посмотрим, где же смычок полетел. Сделаем маленький перерыв на поиск смычка.